Так, еще раз всем привет! С вами по-прежнему Донбасс. Мы смотрим у нас турнир под названием LAN Party Тернополь под номером 8. И сейчас мы смотрим игру Киберплейс против Ничемни. Карта The Inferno. 20 минут назад где-то так сыграли Киберплейс эту же карту с командой Amazing, по-моему. Сыграли они 16-8, выиграли у этой команды. Без особых проблем. Ну, посмотрим, как сейчас справится Киберплейс со своими вторыми оппонентами на этой карте. Вот уже у нас пистолет, как мы видим. Серия разменов. Так, что у нас тут происходит? Устанавливается бомба. Ситуация у нас 2 в 3. Уже 2-2 ситуация. Пломбир очень битый. Сейчас у него 3 хп. Остается он один. Бомба, главное, стоит. И нет, дичь забирает пломбира. И чипчики нету. Но я думаю, он раздефюзит. Есть у него еще 15 секунд на это время. Да, первый раунд за командой Ничемни. И это 1-0. Также напомню, что еще идет параллельно стрим с самого места проведения. Играют там коды против Amazing. На карте The Train. Счет я сейчас вам скажу. Это 9-1. Ведут у нас пока коды. Играют они в защите. Второй плеер можете найти на сайте kiberplays.com.ua. Заходите, ребята. Оставляйте свои комментарии. Да и продолжим мы смотреть игру. Так. Киберплейс у нас взяли волевой бай, как мы видим, диглы и АКМы у них есть. Маулер, по-моему, так считается этот ник, уже получает хаешку. Остается у него 52 хп. И что же такое происходит? И карта полностью остановилась. Боже мой, упала, наверное. Все упало, наверное. К черту. И на самом же интересном. Так, какой у нас там ХЛТВшка было? 20, если я не ошибаюсь. Коннектимся снова. Тун-тун-тун. Да, видимо, интернет полностью упал.